Наверное, на камеру не видно. Вот вдали косячок возвращается из Африки в Европу. Сегодня гуляем по такому замечательному месту. Вроде и море рядом, и в то же время по травке можно погулять. И Малага рядом. Так, если не снимать по бокам, а вот только тропиночку, траву, так я прям по Уралу в июне, в июле месяце гуляю. Но нет, это Испания, начало февраля. Ну, слышите, речь иностранная вокруг. Хорошо, лепота. Такая красотень. Такие же цветочки. Вот эти. Вон, кукушкины слезки. Вон там вон беленькое что-то, сиреневое. Все как на Урале. Все как на Урале. В этом месте прямо как ковер из зелени. Вон кто-то что-то даже посадил, видимо, гуляючи. Единственная разница, что нет комаров. Ура! Аллилуйя! Ни одного комарика. Вообще мошек не летает. О, я на камере. Привет, сеньора Эльвира. Ну вот вам елочки в кадр. И на фоне всей этой зелени какая-то труба достаточно старая, но на ней уже современная молодежная графика. Здесь, видимо, в сезон дождей эта водичка течет бурно, раз камней столько нанесло. Все зеленое, все молодое. Все, весна в Испании. Хотя официально она начинается здесь 21 марта. О, попугайчики. Эй! Попугаи, чирик-чирик, скоро пляжный сезон. Опять будете с пальм на отдыхающих кака делать.